Силовая подстанция трикотажной фабрики «Красное знамя» – уникальный пример экспрессионизма в петербургской архитектуре. Этот авангардный стиль распространился в Европе в первые десятилетия 20 века. Архитектуру экспрессионизма отличает образность и часто очень необычные конструкции сооружений. Вместо декора главным украшением становятся формы и линии самого здания. Новые материалы – сталь, бетон, стекло – подарили архитекторам невиданные прежде возможности для воплощения самых смелых идей. Проект фабрики отвечал веяниям времени. Для нового советского человека создавалась и новая архитектура – функциональная и динамичная. Самая выразительная часть сооружения – корпус подстанции на углу квартала. В глухую, высокую асимметричную стену врезаны три пластичных закругленных яруса. Они сдвинуты относительно друг друга. Верхняя часть нависает. Фасад, по задумке автора, должен был напоминать корабль, который тянет за собой производство. Силовая подстанция фабрики «Красное знамя» – эффектный пример промышленной архитектуры и символ эпохи, менявшей традиции и эталоны красоты.